Дорогие друзья, всем привет! Я, короче, каждый день сижу, считаю минуты, дни, часы, когда же будет релиз Brawl Stars, а сегодня узнаю такую новость, что он доступен в СНГ, в России, везде! Вот вам скрины, вот вам там в Твиттере, вот вам пруф, что можно в Play Market скачать. Прямо сейчас зайди в App Store, Play Market, проверь, можно ли скачать Brawl Stars. Если да, напиши в комментариях, да, ура, я скачал его, и сегодня проведу стримчански, прям для тебя, расскажу что да как, вообще научу тебя как жить, как, что дальше делать, и как его, с чем есть. Привет всем! Вот. Всем привет. А ты кто такой? Арти тоже со мной в Дискорде. Короче, возможно, сегодня будет совместный стрим. Ссылка на Арти будет в описании. Подписывайтесь, будем мутить разные конкурсы, совместки с ним. Вы однозначно должны быть подписаны на мой канал, на его канал. Поэтому, друзья, сейчас будем обсуждать вообще в целом Brawl Stars и покатаем немножко. Давай, короче, там карта такая интересная. Я возьму, короче, вот кого. И давай нашу прошлую комбу. Ладно. Только какую? Я правильно подметил, потому что не в СНГ, а только в России. То есть, походу, в Украине нельзя скачать будет. Блин, ну, товарищи украинцы, не расстраивайтесь. Осталось 4 дня ждать. Нажимай, готово. Сейчас, парня. Стоп, а надо было Леона взять, да? Нахер я Пайпер взял? Да тут, ладно, еще более-менее нормально. Блин, а я уже думал везде, абсолютно везде. Короче, в рашке уже можно скачать. Какие мысли, почему именно перед релизом это все делается и до сих... Ну, то есть не во время релиза открыли доступ. Мне кажется, что это... Чтобы не было нагрузки на сервера в день релиза. Чтобы они подготовились, насколько сейчас будет трэш. Ребята, я не знаю, ну это же должна где-то какая-то реклама быть, что все, пацаны, можете скачивать, давайте, наносите урон Brawl Stars просто. Так там же, получается, в Google Play Market уведомления приходят каждому, когда релиз будет. Нет, так это релиз. Ну, когда у них в Play Market доступна игра становится, приходит сообщение. То есть сейчас, если в России доступно, то им приходит уведомление, что, типа, вы можете скачать сейчас. Короче, они проверяйте. Я честно, ну, у меня знакомый проверил, у него появился Brawl Stars. Я хочу, мне интересно знать у вас как. Как у вас там дела? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Улетай. Улетаю. Пау. Давай, резайся. Все. Пау. Мы убьем Дэрила? Да, сейчас убьем все. Да блин, ну Дэрил имбой стал. Ну не имбой, да, но... Почти дом улетает. Ну прикольный, он стал прикольный, это факт. Просто еще многие говорили, что не будет сразу запуска во всем мире, а будут... Подожди, а о чем мы... А вдруг они скачать-то могут, а играть нет? Да не, ну вряд. Могут, нет. Конечно. Там написано просто, что добавлена Россия теперь, и с ней можно скачивать. Ой, вот это мы тащим вообще, вот это мы имба. Пау! Я сейчас с одной тычки убью. Если попадешь только. Осталось попасть. Блин, не с одной. Просто расстояния не хватило. Ой-ой. Топ-1, пацаны. Хотите играть так же, как мы? Приходите сегодня на стрим. А, еще важное этот объявление. Стрим будет не на этом канале, на другом, по ссылке в описании. Я, возможно, постараюсь сегодня провести и по роялю стрим, и по Brawl Stars'у. Может, ну, просто раньше начну сегодня, я целый день дома, в принципе. Может, вот прямо сейчас, после этого видоса, пойду ролик по роялю запишу и стримчанский запущу. Но не факт. Я такой ленивый, я все время планирую, но не делаю. Поэтому я не обещаю, но... По Brawl Stars'у, опять же, если вы сможете скачать, если после публикации этого ролика я вижу, что большинство из вас скачало Brawl Stars, то, блин, ну, гоу играть сегодня вместе, а чё? Чё мне? Почему не? Я жду, вот, жду не дождусь, когда уже вы сможете играть. Ай! Ой-ой-ой! Жалко, только не все смогут. Да ладно, там большинство все равно с России. Ну, я думаю, что с Украины, если вот, допустим, кто не с Рашки, да, там с Беларуси, с Украины, например... Ну попробуйте еще способы, которые я записывал. Я ни один видос записывал, как скачать Brawl Stars там с VPN и без VPN, я APK файл скидывал. Ну не все способы рабочие, но тем не менее. Да и вам недолго осталось ждать, в среду уже будет официальный релиз, поэтому... Даже поэтому... те, кто из других стран, тоже осталось всего, сколько там, 5 дней подождать? 4 дня. Совсем чуть-чуть. Мы полтора года ждали, дождались этого. Мы, я не ждал полтора года. Я где-то летом начал играть. Ну ладно. Где-то летом начал играть. Я вообще эту игру не признавал. Думал, да господи, говно график, вообще говно игра.
Вот, ну когда начал играть, ну это просто... Затягивает. Затягивает. Ну, интересно, интересно. Можно. Блин, тут Леон, короче, по-любому ко мне идет. А, он ой, тебе... он ко мне идет. Ну ладно, я его кокну. Так даже понимаешь, его пофиксили, но все равно не успеваешь среагировать. Он близко подходит, и ты уже начинаешь стрелять. Когда ты его замечаешь. Ну да. Не, ну для тебя это проблема. А там, если ты за Дэрила, за Була играешь, ну чё, похер вообще. Или за Шелли, например. Ну смотря сколько у тебя банок на Леоне. То есть можно быстро начать. Ой-ой-ой, там у Динамайка очень много банок. Сейчас я подойду к нему. Подойди к нему, подойди. Давай. Ой, хорош вообще. Откинул так. Все. Да, на Динамайке тут банки не решают. Фух, блин, у меня просто, я не знаю, у меня очень много эмоций. Так, что тут пишут вообще в беседе? Ничего не пишут, кот, наверное, пошел пилить видос. Короче, ну, у нас в беседе реально уже такая, типа, да ладно, релиз сегодня, топ-контент. Все уже готовы. А вдруг это какой-то вброс? Слушай, а мы сразу идем пилить роль. Это в официальном твиттере. Не, в твиттере я увидел, да, месседж. Просто я не могу проверить, у меня нет андроида. Не, ну там пишут, что доступно уже, там есть кнопка скачать. Блин, я не верю просто, это кайф, это просто классно. Пацаны, чё сказать, а? Скажи, чё сказать? Меня просто, я вот когда на эмоциях, я вообще не могу ничего сказать, я просто вау, класс! Просто прикол в том, что ты уже давно играешь, в итоге рад так сильно, что другие теперь смогут. А другие типа, да я не играю и не хочу играть, да? Многие же раньше писали, что фу, говно игра, только сами не могли скачать, в итоге теперь будут задавать. Не, ну вот сейчас, да ну, блин, ты не делай поспешные выводы. На самом деле, может, игра и не всем зайдет, это факт. Но, тем не менее, это не Badland Brawl. Это, ну, просто меня бесят игры, которые скопированы под рояль. Вот, и намного хуже оптимизированы. Тут вообще совершенно другая игра, это не рояль. Это Supercell, они все время делают какие-то уникальные игры. Не, а ну так, Badland типа тоже Supercell. Не, ну Badland это совсем другая компания, просто Supercell видно долю имеет. Блин, я сдох. Ну нормально, красава, и что теперь, как я тут выживу? Пятыми умерли, пятыми... Четвертыми. Пятыми. А, четвертыми. Минус три, окей, поехали снова. Может взять Леона, Аккордеона, Миньона? Так давай попробуем, у нас же топовая связка была. Давай, давай. Просто у меня он уже на высоких кубках. Блин, я почти 340 на нем апнул и слил. И 40 кубков случайно так. Да не, даже больше слил, я на 278 сливал его. Да просто нереально, короче, все тимятся против меня. Меня это раздражает. Сейчас намного больше народу будет, не будет таких тим, как раньше. Если, смотрите, если сегодня вы сможете все скачать, ну не все, а вот большинство моих зрителей смогут скачать Brawl Stars, возможно, на днях я создаю новый аккаунт и запускаю проект новый на Brawl Stars. Чё ты не взял, блин? Да потому что там... А, там же пиратка. Я сдохну. Там еще и папер стоит. Нет, я не сдохну. Я уйду. Оп. Так, все, понял. А ты смотри, тут бокс никому не нужен. Только не подбирай без меня. Ай, ладно. Ты там уже пиратка шла. Да ну и что? Я бы ее не подпустил. Короче, пошли отсюда. В другую сторону. Блин, меня вот бесит. Вот... Ага, ага, не попало. Просто у Леона такая быстрая скорость передвижения, что реально по нему попасть еще трудно. Ну, папер два раза попадает, убивает его. На первом уровне. Да, хп не так много. Там еще от банок зависит. Блин, рикошет. Да у меня было 6 банок, меня просто с двух тык вынесли. Идут сюда все. Мне бы ульту, я... Что-то... Да, окей. Да бля, ну ты заколебала, все, живу. Классно. Я не прыгнул. Классно, вообще классно. Сука. Зашибись. Минус 3 кубка. Давай возвращаем и на этом завершаем выпуск. Я пойду, я хочу уже опубликовать, я хочу, чтобы вы его скачали уже. Блин, это мне монтировать надо видос, чтобы вставить твиттер скрин. Ай, господи, блин. Просто в Brawl Stars я записываю без рендера, сразу, в таком качестве, как он есть. Brawl Stars или Royale? Brawl Stars. Royale рендерю по-любому, потому что, ну, и музыку там, и интро, и аутро, и все подряд.
Мощь. Там уже по 4 банки, ты смотри на них. Так у нас 3, что ноешь? Сейчас. Затащим. Надо первое место брать, вернуть 6 кубков. Однозначно. Этих. Однозначно. А сколько у тебя трофеев на? Что? Что, чё? 280 вроде. Что, чё у тебя? 270. Почему тебе не нравится анимация Барлея? Да ну, вообще ни о чём. Ну, баночка как-то лучше. Тем более, когда я кидаю, он синим кидает. Когда желтым еще ладно, а когда синим, ну бред. Да блин, сегодня сдохнет кто-то, стоим на одном месте тупо, как мне это бесит. А круг-то сужается постоянно. Да сейчас выживем. Блин, а хер попадешь вообще. Идут, пока мы начнем подходить. О, тут, короче, Эль Примо в этих кустах, да, он сидел. Ждал нас. Угу. Ну все, можно его идти кончать. Оп-о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 п. Оп. Тут барли, отлично, ладно. Отлично, вот отлично. Все, зажимаем. Я так понял, Эль Примо с его команды был, да? Да. Или нет, стой, Бул вроде с ним был. А, Бул. Который примата зажимал. Давай, не отпускаем ее. Да не отпускаем. Только на ульту нельзя попадаться. Ой, идем. Иди забирай, я под ультой сейчас убью этого Брока. Давай, могу помочь прыгнуть. А, тут не надо. Он сольется. Все. 9 банок уже. 11. Ну все, это топ-1 надо брать однозначно. Тут Бул вот снизу сидит. Да похер на него. Там у этого, да, ульта, поэтому ты как так и сделал, не попал под нее. Да. Ой, все. Жопа. Да ну нах, я в инвизе. Бля, хотя бы топ-2, топ-2 хотя бы, да. Я хотя бы успел этого Поку убить, потому что... Зажали все. Фух, короче, чуваки, вернул я 300 кубков. Блять, бегите, скачивайте быстрее Brawl Stars. Я уже заливаю этот ролик, бегу заливать, поэтому давайте, скачивайте, пишите в комментариях, если все окей, запускаю сегодня стрим. Всем пока. Всем пока.